Каких женщин выбирают абьюзеры, нарциссы и психопаты? Лучших женщин. Красивых, реализованных, умных, сильных, с большим потенциалом. Потому что у нарциссов, абьюзеров и психопатов есть два состояния. Первое – это состояние величия, когда он считает, что я великий и рожден для чего-то великого. А второе состояние – это состояние ничтожества. То есть он катается на этих качелях, то я великий, то я никто. И вот это состояние величия он выбирает себе лучшую женщину для того, чтобы убедить себя в том, что если такая женщина со мной, то значит я тоже такой же хороший, прекрасный, замечательный, сильный и так далее. Но из состояния ничтожества он не может выдерживать эту женщину рядом. И поэтому первое время он ее боготворит, весь мир к ее ногам, а потом он начинает ее нещадно просто мочить и обесценивать. Если вы вспомните себя в начале таких отношений, то вы вспомните, какая вы были другая, какая вы были радостная, а сейчас нет. Мочить, говорит, да? А красивую женщину мы будем мочить в сортире, да? Ха-ха-ха. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Чаечки, вы уже определитесь, кто кого выбирает. То, когда выгодно вам, вы выбираете, да, допустим, когда там все нормально, да, когда он абьюзером якобы оказался, все, он меня выбирал, короче. Боже, как они на лету просто сандали переводят. Ребята, вот бежит чаечка с двумя парами сандали, да, бежит, подпрыгнула, на лету просто переодела, короче, уже все на жертву бежит. И бежит дальше. Хопа, ей выгодно, чтобы быть на коне, допустим, перехренячила, короче, уже бежит, смеется, да, она уже победительница по жизни, да, уже, короче, она уже выбирает. Йоханы бабая, ребята, ну, цирковые, блин, эти клоуны просто позавидуют, да, вот их ловкости и маневренности, ну, это ж кошмар какой-то.